В поселке Октябрьский продолжается благоустройство парка «Лесная опушка». Работы проводятся в рамках программы формирования комфортной городской среды, проекта «Парки в лесу» и при личной поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На каком этапе создания новой зоны отдыха узнаем в нашем следующем сюжете. Идет вот эта тропиночная сеть, вот пруд этот. Идет до Лыткаринского шоссе, правильно? И эта правая сторона уходит в лес, вот с тропиночной сетью, с освещением. Совместно с представителями рабочей группы и подрядчиками Владимир Волков еще раз подробно изучает проект благоустройства парка «Лесная опушка». При создании новых зон отдыха мнения и пожелания жителей в приоритете. Да. А туалет, чтобы там рядом был? Туалеты тоже будут, да. Она не так далеко будет отдалена от центральной части. Ну, понятно, что вглубь, чтобы жители, детишки здесь на площадках, не запах вот этот, да, там уже ничего не было, чтобы жителям не мешало. По просьбам жителей в рамках благоустройства парка очистят лесное озеро. Сейчас вокруг водоема убрали аварийные деревья и сухостой. Избавляют от мусора береговую линию. Впереди очистка самой водной глади. В дальнейшем здесь будет засыпано все песком. Установлены мафы, это лавочки, урны. Будет благоустроенная территория около воды. Видовая такая площадка. На территории парка сейчас выполняют земляные работы. Идет подготовка к созданию пешеходно-тропиночной сети. Дорожки для пеших прогулок сделают из природных натуральных материалов – гранитного отсева и утрамбованного грунта. В первый этап благоустройства лесной опушки, который завершится уже к концу лета, входит детская игровая площадка, многофункциональные зоны для отдыха и занятий спортом, а также система безопасный город и освещение. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.